крутой Porsche-то, ё-моё. Что-то долго как встаешь. Хотел людям в Брусянке показать церковь здесь, смотрите. Какая красивая. Скромненькая, со вкусом, и колокола еще даже есть. Вот так вот. По-моему, Брусянка это деревня. По крайней мере, речка была Брусянка. Значит, и деревня. Ну нет, конечно, не значит. Сейчас посмотрим на выезде. Екатеринбург, вот мы до тебя и добежали. Дождичек все накрапывает. Температурка, слава богу, вообще стало 19. Так что все умеренно, все хорошо, ребятки. Только маловато. Маловато времени у нас. Маловато в запасе времени. Так, а сколько у нас времени-то? 40 по Москве, 16:40 по местному, это без 25, а нам 45 километров. Вроде немного, немного, ребятки, но самое главное то, что сейчас час пик по местному времени, а нам выходить на объездную. И вот как она там себя чувствует сейчас, это надо только догадываться. Но это объездная в сторону Тагила, она получается очень медленная. Ну ладно, посмотрим дачки, домики, садики. И посмотрим обстановочку сейчас на объездной. Свернули на объездную, ребятки, и бац, КамАЗ с кирпичом. Да еще и аварийный знак сзади повесил. Походу у него, как я понял, поворотники не работают. Ладно, хоть стоп-сигналы загораются. Да, обогнать его возможности нет, потому что он сразу занимает левый ряд. Но это не огорчает сильно, потому что впереди один хрен толкучка. Один хрен толкотня. И быстрее КамАЗика, если мы даже его обошли, мы не поехали. Ладно, терпение, только терпение. 37 километров. А в запасе час 15. Я думаю, должны, теоретически должны успеть. Практика покажет. Да. Но если мы будем вообще стоять, то мы даже теоретически не успеем. Поехали, поехали. Потихоньку, хоть потихоньку разгоняйтесь. Я же говорю, объездная сейчас пик, это все. Это Алис. Да, как уберечь нервы, 30, даже 28 километров до места, а мы не то что едем, мы просто пешком идем, просто идем пешком. Друзья, ну слава богу, дошли мы до Нижнетагильской развязки, где мы сюда выезжали, и движение пошло гораздо быстрее.
Правда, до места нам еще 14 километров, а время осталось нам 35 минут. Так, батюшки, я думал, в нашу сторону опять пробка стоит. Ой, а это не в нашу, это в сторону города стоит пробочка-то. Посмотрите-ка, ё-моё. Надеюсь, что со стороны Серовской развязки, где мы сейчас будем заходить, у нас такой пробочки не будет. Так, УАЗик, давай мы тебя обойдем. Ребятки, мы подъезжаем к Екатеринбургу и сворачиваем на виадук через железную дорогу. До места пишет 2 километра, на часах 17:40. По местному, а нам надо до 18 попасть, зарегистрироваться, чтобы не было опозданий. Ну что ж, будем стараться. Ну, как тут с мостика хорошо видно, контейнерная железная дорога, тут все рядышком, раз-раз, вон краном перекинули контейнер, а тут у нас с этой стороны металлосклад какой-то, металлолом он принимает, а прямо у нас светофор, и вот он, здравствуй, Екатеринбург, еще раз. Сегодня мы уже здоровались, но мы подъезжали только к объездной, а теперь нам надо еще успеть подъехать к месту загрузки. Да, тут еще поворот такой крутоватый. Так, ребятки, сейчас я немножко поверну, чтобы нам на бордюр не заехать. Все. Нормально прошли. Опа. Да, монтажников как была она подубитенькая, так она и осталась. Так, ребятки, нам еще надо заехать сейчас в коридор. Точнее, не в коридор, а в проезд. Проезд, чтобы там, главное, еще нам можно было потом... Главное не проскочить. Он здесь такой невзрачный, этот заезд. Вот он. Так. Опа. И слава богу, одно местечко есть. Сейчас мы здесь и запаркуемся. А то бывает, что здесь и встать-то негде. Так, ребятки, никуда не расходитесь. Я ненадолго пойду, сбегаю, отдам документы. А потом, может быть, если скажут сразу заезжать, значит, сразу и заедем. Но такое бывает здесь очень редко. Но если получится, бывают чудеса на свете. Ладненько, я побежал. Друзья, я не верю своим глазам. На часах 18:01, и мне сказали: заезжай, вставай на 5-е ворота. Я в шоке просто. Я думал, что сейчас начнется канитель в плане того, что ждите звонка, вам позвонят. А тут я просто
Просто зашел. Кабинет, и мне сказали: опа-на, а ты нам нужен, давай-ка быстренько заезжай. И вот я уже пробираюсь сквозь ряды людей, которые ожидают, ну тут кто загрузку, кто выгрузку ожидает, так что я тут вне очереди не лезу. Таможня дала добро заезжать, я поехал. Опа. Так, еще бы тут разъехаться. Заезд тут очень узковатый. Давайте Volvo пропустим. Охраннику махнул, я уже его предупреждал, что сейчас буду заезжать. Сказал: не вопрос, заезжайте. Да, это же надо. Прям в минуту прибыл я к ним туда записываться. И они тут же среагировали на это тем, что давай тогда быстренько вставай. Будешь первый. Монтажников 22Б. Да, территория, конечно, большая, но вся заставлена и машинками мелкими. Какими-то стеклами, окнами. Так, пятые ворота. Пятые ворота, ребятки. И на этом наша миссия по прибытии на загрузку, ребятки, завершена. Но далеко не уходите. Уже скоро наш новый фильм. Сейчас мы поедем на Омск, и фильм будет называться «Омск и Екатеринбург». Так, пятые ворота, это у нас 9, 8, 7, оп, коллега, 6. Он, значит, на шестых, а мы встанем сейчас на пятые. Вот они, пятые. Пойдем тут аккуратненько развернемся. Благо здесь места сегодня много. И все, ребятки, на этом мы сегодня фильм заканчиваем. Кому нравится видео, не стесняйтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мое следующее видео. А пока я с вами ненадолго прощаюсь. До скорых встреч!